здесь людей немного собралось, я думаю, что ни микрофонов нам не надо, и не надо какого-то общения. Можно просто сесть поближе, чтобы да. как-то слышно было. Лучше бы присядьте поближе, да. Легче разговаривать, не надо да. кричать, как говорится. И общение будет более близкое. И общение будет у нас такое, как по-семейному теплое. Пойди, еще кто-нибудь подойдет. Ну, я просила, что если кто-то будет опаздывать, чтобы он не стеснялся опоздать и вступал в разговор с того места, с которого получится. Потому что, понятно, не все смогут прийти, кто хотел, но... Так, ну что, уважаемые жители города Белокуницы, разрешите вас еще раз поприветствовать, поздравить вас с прошедшими праздниками, нашими юбилейными прошли совсем недавно, в конце июля. Вроде бы все прошло неплохо. Ну, не знаю, конечно, вам виднее. Вы, наверное, это все как бы оценивали, наверное, какие-то свои ощущения. Но, по крайней мере, мы все старались сделать так, чтобы действительно получился хороший праздник. Вот. Ну, поздравить то, что все-таки лето, наверное, началось. Наконец-то какая-то теплая погода. Говорят, только на неделю. Августа, но надеемся, тоже тепло как бы будет. Дорогие друзья, мы собрались с вами... По такому вопросу, в сентябре месяце 14-го будут у нас выборы. Выборы губернатора Кировской области, надеюсь, на которые мы все соберемся, проголосуем, потому что это очень важно. Мы выбираем главу нашего региона, от того, как мы придем на выборы, то есть количество, и как правильно проголосуем, так мы будем жить в дальнейшие 5 лет. Поэтому это очень важный момент, я здесь опять же подчеркиваю, давайте соберемся, проведем выборы. Как всегда в Белокуницком районе, в городе Белокуницы, как достойно, все правильно. Вот. А, конечно, наш основной вопрос, нам сегодня нужно обсудить, посоветоваться, поговорить и решить вопрос о том, что будем ли мы 14 сентября голосовать за самообложение. Практика самообложения у нас есть, это 9-11 год проходила. Сейчас я буквально несколько слов еще скажу, Станислав Александрович потом выступит, скажет всю информацию, он более подробно подготовил, там, наверное, с цифрами с какими-то и так далее, все расскажет, как это прошло самообложение, какие есть от этого позитивные моменты, сколько сделано ошибок, в чем эти ошибки были сделаны. Вот. Для того, чтобы, если мы сегодня посоветуешь и примем решение, что да, мы сейчас работаем, мы сейчас готовимся, и мы будем в сентябре месяце проводить этот референдум, чтобы нам не сделать снова каких-либо ошибок. Конечно, хотелось бы подойти именно к этому референдуму, а точнее не к референдуму, а к тому, что будет приносить референдум, несколько иначе. Хотелось бы прежде всего посмотреть и совместно решить, а что же все-таки нам всем вместе нужно. И нужно не в целом, смотря на весь город Белокуницы, а смотреть его как бы зонируя, если по отдельным микрорайонам. Потому что в каждом микрорайоне есть своя собственная ситуация, собственные сложности, собственные проблемы, которые волнуют, которые беспокоят жителей, которые не дают комфортно жить на территории, работать. Поэтому вместе, опять же, мы определимся. И вместе посмотрим там отдельно Сосновка, допустим, что беспокоит, как беспокоит. Отдельно наш центр, это пятиэтажки. Здесь совершенно другие вопросы волнуют людей. Если вот про Сосновку говорим, там, конечно, беспокоит вывоз бытового мусора, беспокоит там освещение, беспокоит вода, беспокоит дороги. Вот это. Возьмем пятиэтажки, здесь совершенно другая ситуация. Здесь совершенно другие вопросы. С вывозом бытовых отходов вопрос решен. Там есть управляющие компании, которые это обслуживают. То есть это вообще не касается их. Соответственно, там дворовые территории сделали. В прошлом году как бы делали территории. Наверное, какие-то другие коммунальные вопросы там более-менее тоже грамотно решаются. Потому что действительно есть управляющие компании. Худо ли, бедно, плохо они работают или хорошо, но по крайней мере там уже можно будет решать вопросы с ним. Поэтому вот такая у нас задача стоит. Но хочется, конечно, все-таки сказать, что вот лично я пошел
согласился работать на данной должности, вот в той сложной ситуации, которая была в прошлом году, понимая только одно для себя, что если идти, то нужно стараться сделать так максимально возможно, чтобы было именно комфортно нам всем вместе здесь проживать. Вот это как бы основная задача. И эта задача, я понимаю, что она стоит перед каждым из нас. Каждый понимает, что если он живет здесь в Белых Куницах, не собирается отсюда выезжать, хочет, чтобы и дети здесь оставались наши, чтобы они могли поддерживать Белую Куницу, поддерживать здесь бизнес. То есть мы должны что-то менять. Менять, конечно, все вместе. Если мы все вместе, мы можем сделать много. Тем более, как бы вот огромный плюс финансовый от того референдума, который был 9-11 год и сейчас. То есть здесь на каждый собранный нами рубль уже мы получаем 1,5 рубля областных. Если там было у нас 50 копеек, то есть, грубо говоря, 50% от того, что мы соберем, а здесь наоборот 150% от того, что мы соберем. То есть это тоже как бы существенная разница. Поэтому давайте сейчас Станиславу Александровичу дам слово, он сейчас даст свою информацию о том, что было, о том, что какие мысли есть в городе, собиралась городская дума, принимала уже решение определенное, он об этом все расскажет. А дальше мы в диалоге обсудим и уже будем принимать определенные решения. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые участники нашего большого собрания. Значит, у нас действительно 11 июля 2014 года городская дума поддержала, депутаты городской думы единогласно поддержали инициативу главы городского поселения о назначении референдума о введении местного самообложения на назначение даты референдума на 14 сентября 2014 года. Почему мы, значит, решили, что все-таки самообложению быть в этот день, единый день для голосования, у нас просто не будет другого шанса, так скажем, оптимизировать те затраты, которые связаны с проведением референдума, с проведением местных выборов. Здесь у нас выборы будут, местный референдум будет совмещен с выборами, как уже Владимир Андреевич сказал, главы региона, и, соответственно, затраты местного бюджета на проведение этого референдума ограничатся только лишь, значит, суммой, необходимой для печати бюллетеней и для вознаграждения членов участковых избирательных комиссий.